Сладкое соленый рецепт сочных куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой. Что? Ну что, привет. Какое настроение? У меня, знаете, какое настроение? Во-первых, дождик начался, а во-вторых, шишки падают. Слышите вот этот звук? Помогаем, поддерживаем историю с маринадом. Сначала с одной стороны. Немножко сохраните, когда повернем, чтобы было чем полить. И самое главное, нужно иметь какую-нибудь закуску до того, чтобы прежде чем готовы эти крылышки... Блять, подтуши огонь от жира, ёб твою мать, солью немного присыпь. Или еще что-то. Сейчас сгорят, блядь! Ёбаный рот! Потому что это пахнет. Горит, нахуй! Огурец какой-нибудь приготовьте, помидор, я не знаю, кусочек хлеба. Блядь, да горит! Огня и еще огня. Как у Пастернака в стихах. Осталось подождать буквально 4-5 минут максимум, и еда будет на столе. Ну почти готовы наши. Дура, блядь, солью присыпь! Я предлагаю приготовить немножко вот так. Блядь!